И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы вновь вернемся к мега-крутой игрушке под названием Swords and Souls, так как предыдущая серия вам очень даже понравилась. Спасибо, ребятам, за вашу поддержку, спасибо большое за лайки. Будем продолжать играть и дальше, и пройдем, наверное, всю эту игрушку полностью, судя по тому, как вы поддерживаете ее. Поэтому не забудьте также поддержать и этот ролик, здесь 3000 наберется лайков, то следующая серия будет уже завтра, ребята, так что вы знаете, что делать. Так, ну что, у меня есть одна платиновая монета, можно сказать, платина вроде это, да? Наверное, это платина, давайте так, что себе что-нибудь офигенное купим, например, новый меч, господи, это лопата! Буду сражаться лопатой, лопата всему голова, да? Так, ладно, давайте тренировочный зал прокачаем, у меня щит появился, ё-моё. И пойдемте порадуем нашу жёнушку, как ее только назвать, не знаю, буду звать ее Настенькой, пускай будет она Настенькой. Настенька, мне можно тебя еще постыкать? Да, можно мне еще на нее потыкать, она на меня еще не в обиде каким-нибудь образом за то, что я прошлый раз ее затыкала, она немножко как-то оскорбилась, видимо, не понравилось, что я слишком ее люблю и очень много тискаю. Просто я представил себе, что она, наверное, котик какой-нибудь, и мне вот прям хотелось ее затискать. Ну ладно, короче говоря, мы уже в болоте сражаемся против грибов, поэтому отлично, если что, можно хотя бы при уничтожении этих грибочков, наверное, потом их слопать. Хотя вдруг на меня обидится мой друг, который сидит в музее, он как бы тоже немножко грибочек, вроде как, только он клеверы ест, а не людей, походу. И может он обидится на то, что я тут убиваю как бы его собратьев, но надеюсь, что нет. Хотя это какой-то людоед, здесь посмотрите, у него зубки прям такие торчат, да злобно. Прямо не хотелось бы мне, чтобы у меня такие вонзились, тем более, если это мухомор. Так, отлично, я зарегенился, но мне кажется, что не успеет у меня зарегениться способность. А, о, как хорошо прошел стан-то, ё-моё. Так, отлично, давайте молнию сразу. На, сейчас стан будет, сейчас все проюзаю, все, что у меня есть, надеюсь, этого хватит. А, черт, не хватило, ну ладно, остался без молнии, но у меня есть купончик, если что, который мы можем, понятное дело, использовать, поэтому используем мы это на покупку новой молнии. Не хочу тратить большие деньги, поэтому мне этого хватит. Кстати говоря, этот чувак почему-то вылазит и пропадает очень быстро. Мне все время тыкнуть на него хочется, но никак не успеваю. Ладно, окей. Так. Давайте-ка прокачаем. Чего ж мы прокачаем? Ну, конечно, дабл слэш прокачаю. Также кулдаун. Все, до 5 левела. Теперь у меня самые нужные способности есть. Скоро откроются уже новые. И также давайте поднимем нам атаку. Но лучше пойти вообще, на самом деле, в тренировочный зал и немножко добустить самого себя. Поэтому давайте-ка мы этим займемся. Снова пойдем стрелять из лука, так как это самая халява. В плане прокачки, и можно быстрее всего поднять нужное количество опыта конкретно прямо здесь, да. Ну и плюс, чем чаще я буду стрелять из лука, тем круче, понятно, дело. Господи, как я перфект не выбил, да, тут задания тем более изичные, поэтому буду я в основном тренировку, наверное, проходить только на лучника, хотя мне нравится, на самом деле, больше тренировка на меч, где надо там вовремя нажимать и все в этом духе, но чтобы быстрее прокачиваться, я предпочитаю здесь находиться, все-таки я стараюсь для вас ролик побыстрее, подинамичнее делать, так как я, конечно, люблю всякие такие долгие процессы, скажем так, мог бы, конечно, один, если бы я играл, я бы, наверное, пошел что-нибудь другое прокачивать. Но с вами, чтобы вам было интереснее, понятное дело, стараюсь все делать чуточку быстрее. Так, господи, хорошо, что промах не считается этим, как его, то, что я зафейлил. А то бы так задание уже давно сбилось, потому что иногда непонятно, мишени слишком долго исчезают, как по мне. Надо было, чтобы они мгновенно раскалывались на несколько частей, тем более не надо было париться над графикой, наверное, разработчику. Они бы просто такие, плюп, и все, их нет. А тут они еще исчезают, плавников, все дела. Так, и вообще, какого черта я тут начал о том, как бы я сделал, например, рассказывать так. Вот сделаешь сам игру, тогда и давай это рассказывай и тому подобное. Хотя я, на самом деле, очень хочу сделать свою игру, но, как понимаете, это требует очень много времени и очень много знаний, скажем так. Блин, первая ошибочка у меня. Perfect Combo. Ладно, сейчас я Perfect Combo точно выбью. Это легко. Будет 20 заданий у нас уже. Господи, я уже успел 20 заданий выполнить. Когда я успел? Так, ладно. Я здесь, на самом деле, хочу побольше всяких поинтов получить, чтобы потом уже нормально с вами посражаться. Кстати, тут одну еще старенькую флешку вспомнил. Может быть, ее сниму. Ну, не буду говорить, какая, но думаю, что вам тоже, наверное, понравится. Связано тоже со всякими битвами и гладиаторами и тому подобного. Посмотрите. Не мечи и сандали, если что. Вдруг вы подумаете, что это она. А по поводу мечей и сандали, кстати, продолжение я как-нибудь еще сниму. Попозже, да. Так. Господи, не хотел сразу две мишени выбивать. Давай. Короче говоря, мне надо 27 перфектов выбить. Я перфекто, мэн! Давай, тыщ, тыщ,
все пошла. Сейчас одни перфекты будут, смотрите. Так, ну, почти. Черт, хотел выпендриться. Эй, откуда? А где там мишень-то была? Я вообще даже ее не видел. Ладно, последнюю миссию выполняем и топаем отсюда. Потому что нам уже здесь особо и нечего делать, я думаю. Так. Не, на самом деле, я бы здесь еще потусовался. Здесь так клево, приятненько. Цветочки стоят вон на окошке. Книжечки есть интересные. Вот особенно вот та синенькая, она про деревья. Очень мне понравилась. Хотя зеленая про муравьев тоже ничего такая. Говорят. И про большие глаза особенно, вот коричневые, которые, да. Тоже ничего такая. Как-нибудь я вам о них расскажу, но это будет потом. Так, я уже выполнил то задание, господи, про книжки так увлекательно вам рассказывать, да. Поэтому давайте еще чуть-чуть подождем и все, хватит. Я здесь могу вечно сидеть, на самом деле. Это такой увлекательный процесс этой стрельбы. Зато 836 поинтов подняли, ребята. Я думаю, что это нам сейчас сыграет на руку. Так, у нас открылся новый скилл. Это хил. Так, ну я его не буду качать. Зато появились еще новые таланты. Так, Blessed small chance to revive, then you lose fight. Неплохо. Ого, увеличивает супер critical damage. Ага, это типа второй удар, когда еще раз бьешь, что ли? Так, и алхимик. Не, мне понравился Blessed. Я лучше благословленным буду иногда воскрешаться. Так, все, давайте атаку бустить. Я хочу быть очень сильным парнем. Почти с 3000 урона. Так, подождите, надо в музей зайти и клеверами накормить еще нашего друга. Еще я инком забыл прокачать. Какого черта я инком не прокачал? Как такое вообще можно допустить? Не прокачать инком, господи, дизлайк, отписка. Так, ну что, батл 11. Грибы. Бам! Отлично, это было красиво, на самом деле. Это было очень впечатляюще. Ух, еще один крит, ничего себе я. Чем заслужил такие частые криты-то? Давай, где мой это? Зачем я лучника прокачивался? Ты нифига он что уворачиваться стал. Чувак, ты че это? Стал со мной хорошо ладить, что ли, или че? Че это такое началось? Ты слишком хорош в этом заходе. Я аж прямо воодушевился, смотря на тебя. Ух ты, он еще даже удары блокирует. Вот это выстрел. Отлично. У меня, кстати, выстрел дальнего боя сносит теперь больше урона, чем... Ого, еще крит. А, так, погодите. Срочная атака молнии. Нет, только... О, я еще выжил. Так. На, би-би-би-би-би-би. Зачем я по нему кликаю, будто бы это сработает? Так, еще один стан выписали. Нормально. Я уже хотел сам закрикать противника. Господи, это было странно. Так, все, отлично. Еще одна платина. Только мне купить пока что на нее нечего. Но можно, наверное, инком 2 стоит. Так, ну, держи свои эти вкусняхи. Так, еще левел. Нормально, левел хотя получили. И домой мы пришли. Так, что ж прокачаем? Давай тебе, Настенька, окошко поставим. Надо бы, правда... Хотя, ладно, потом. Я бы кое-что ей построил. Но самое главное, говорят, это спальня в доме, да? Поэтому с нее мы и начнем. Да зачем я ему еще один стан выписал? Так, ну ладно, окей. 2 стана это хорошо, 4 еще лучше. Так, отлично, этого почти сложили. Еще и вернулись, нормально. Так, давай-ка его отравим, вот этого орко-вориора. Так, я надеюсь, что... Да еще один стан! Что с ним такое, ребята? Господи, кто наслал на меня лучи везения? Почему он стал так хорошо атаковать? Что с ним не так? Я не верю, что я играю за своего героя. Здесь по-любому все куплено. Так, давайте этому стан выпишем, пожалуйста. Так, вопрос у меня только к следующему противнику, поэтому я, пожалуй, немножко на себя баф сделаю, потому что, мне кажется, он меня размотает. Так, давай-ка мы яд навешаем, повесим, отвесим, завесим, не знаю, короче, русский язык это не моя сила точно в данный момент. Так, дай-ка я ему фаербол выпишу. О, фаербол, это красиво. Так, чё ты волнуешься, иди поспи. Чё-то это было слишком легко на самом деле. Фаербол, конечно, читерская тема, я... Никогда этого не буду отрицать. Да еще вообще сам заход, насколько офигенно прошел у нас. Если посмотреть, как мы сражались вообще в целом, то это было 10 из 10. Я такого добра давно не видел. Так, вот это было тоже неплохо с критом. Ну, дальше противники будут слишком сильные, мне кажется. Я так... Сколько хил, кстати, лечит, интересно? Ну, не сказать, что сильно, но в целом неплохо все равно. Так, двойной удар давай. Пэм, пэм, по кочерышке ему. Лопатой-то прям. Господи, лопата это имба. Смотрите, сколько с лопатой мы сразу мощных противников убили. Чё обычные мечи? Зачем вообще какое-то другое оружие там надо? Какие-то что-то там навороченные мега-крутые пушки. К черту, лопатой всех ложим. Кладем. Да. Так.
Сегодня что-то русский язык явно не моя стихия. Давайте-ка это проапгрейдим. И гриб накормим. Гриб обратно выплюнул вкусняху. Дай мне все отлично. Так, надо бы детей, кстати, найти побольше. Они тут у меня где-то в этом. Вот здесь вроде бы должен быть один. Ага, вот здесь. И еще вроде в галерее должен быть, если я не ошибаюсь. Или ошибаюсь. Ну, возможно, где-то за картиной, ладно. В общем, я не ставлю себе приоритетом искать детей. Просто если подвернутся мне, то я их найду и возьму в свои теплые объятия. Так, все, лопата ушла в прошлое. Ну, как бы это... Все-таки надо идти с ногой и временем. Или как оно там говорится. Так, ладно, давайте на тренировочку снова, потому что мне это надо, это как бы неотъемлемая часть нашего приключения, но я знаю, что мне сейчас говорит, опять он на тренировку, поэтому пойдемте, мы попытаем счастье еще в одном бою. Может быть, мне сейчас повезет с новым мечом, я смогу показать, что я действительно достоин зваться рыцарем, не знаю. Вообще меня Афанасий зовут. Был Игнатий, но сегодня уже Афанасий. Угу. Это такая, это, знаете, вот мы прокачиваем нашего героя, и также прокачивается его имя. Ага. Потому что, как бы, сначала он достоин имени Афанасия, а потом он достоин имени Игнатия. Точнее, наоборот, почему я сказал так. В общем, забейте. На мои ошибки я имею в виду. А то, что меня сейчас зовут Афанасий, это да. Ну что, мародер? Мародер меня... А там шанс-то вообще мизерный был так-то на эту фигню. Так, босс. Так, погодите, дай ему стан. Баф. Так, еще баф. Яд, зачем яд? Я не хотел харкать в него. Ладно, фаербол, вообще всю фигню сейчас ему закину. Так, не-не-не-не-не, молния. Бам! Нормально. Кстати, там яд снес 4 шестерки, по-моему, урона. Или мне показалось. Нормально, короче. Мы красиво отыграли. Я говорю, что зачем нам тренировки? Зачем? Вот скажите, зачем нам тренировки? Так, на самом деле мне вот эта штука нравится. Буду ее прокачивать. Так, давайте еще атаку. Я знаю, что я маньяк атаки, но вот хочется мне что-то атаку забустить. Музеюшка. Так, инком на 15. 15 стоит инком прокачать, не знаю. Я лучше, наверное, шмоток все-таки куплю себе новых, а то что-то какие-то у меня текущие, они не очень. А грибок-то сегодня щедрый, смотрите-ка, сколько стафа-то надает. Ё-моё, сколько я баблище-то поднял. Так, давайте купим, что можно, новый меч. Но сначала лучше вот это возьмем, а теперь новый меч. Ого, у нас катана, ребята. Это сильно, это мощно. Так, Настенька, давайте купим... Че? Почему? Ладно, живи под крышей. Так уж и быть. Хотя бы один дом завершил. А я хотел другое. Ну ладно. Ладно, окей, посмотрим. Может, в новых шмотках у меня получится еще справиться с противниками. Ну господи, как же я круто выгляжу. Мне мой герой напоминает сейчас ведьмака какого-то. Не знаю, вам так не кажется? Мне вот кажется. Знаете, я сейчас смотрю и на нашего героя, мне кажется, что он уже достоин нового имени. Больно он круто стал выглядеть. Просто настоящий... Ну, не будь у него катана, наверное, я бы сказал, что он точно ведьмак. Господи, это что за чит такой? Я все время встаю. Так, ну это, конечно, мега-читерская тема с постоянным резуректом. Ресуректом, или как он правильно говорит. В общем, в моем произношении звучит как болезнь какая-то. Так, давай-ка баф, чтобы он мне больно не бил. Еще бы блокировал щитом, у меня друг мой прекрасный. Было вообще круто. Блин, да он больно бьет очень. Дай полегче. Все. Так, это не босс еще, но мы все равно ему по кочерышке-то вмажем. Так, пожалуй, надо похилиться немного, а то я не выдержу еще атак, наверное, от этого друга. Хотя, смотрите-ка, как-то что-то вот вроде вышло. Тихо. О, господи, как больно. Ядрен ты батон, ты что-то какой-то слишком... Да где мой стан-то? А, где станы? Станы. Почему их не было? Так, а этот чувак вылезет снова? Нет, я хотел все его поймать за... Одно место, скажем так. Так, еще пацан, кстати, заметил. Так, 6 детей осталось. 6 детей осталось. Это звучит как-то даже это. Как будто я их ем. Ну, судя по тому, какой мой герой, может, я их и ем. Вот откуда вы знаете, куда они деваются? Слышали, как они еще кричат и их... Радость, вы слышали, когда я подбираю конкретно ребенка? Вот мне кажется, что это не вопли счастья.
В них чувствуется нотка грусти какая-то. Знаете? Ух ты! Так, я сосредоточился, блин, на его глазах. Слишком они желтые, я не знаю. Мне не понравилась текстура, поэтому я промазал. Вот сейчас я умер, потому что с вами разговариваю. Так, сейчас, погодите, сейчас все будет, смотрите. Этот забег будет идеальным. Погодите, я немножечко выпью за вас. Так, давай, только нет, под таким зельем мы не имеем права проигрывать. Давай-ка еще энергию бахнем, чтобы у нас все скиллы были. И, пожалуй, я вот так хочу сделать сейчас. Потому что мне сейчас будет очень больно, если мы... А, нет, стоп, не, сейчас не босс, что ли? Блин, я думал, что сейчас уже босс. Черт, ладно, надеюсь, что ты сейчас не выдашь нужную комбинацию. Да ладно, почему? Оу, май гад! Так, ну, сейчас опять я, конечно, сделал неправильно. Ай, фиг с ним. Сейчас нормально все равно все будет. Сейчас все будет красиво, ребята. Главное стан. Главное стан выписать. Ух ты, еще и ворот прошел. Так, все, поехала, пошла. Сейчас всю ему дичь накидаем. Еще и крит вылетел. Еще и это. Вот так вот давай. Снова щит. Второй щит пошел. Давай, хренач его, хренач. Давай ему двойную атаку. На, чертов орк. Ты не пройдешь, ёпт. По-моему, он только что умер от одного этого. Знаете, как рукой замахнулся такой на него. Типа, ща я тебе вторю. Он такой, не-не-не. И выпрыгнул назад такой. Так. Окей. Неплохо прошли, я думаю. Мы неплохо прогулялись. По чьим-то лицам в этом заходит. Так. Я даже не знаю. Столько всего впечатляющего. Вот. Мне вот этот дед... кажется очень хорошим другом в последнее время. Как вы думаете, чем это связано? Можно ли купить дружбу за деньги? Так. Все, окей. Еще одно окошко поставили. Это хорошо. Много окон, много света. Свет — это счастье, радость и дети. Все отлично. Пять ребенков, точнее, осталось. Ребенков. Все, 15-й бой. Сейчас пугала будут. О, я надеюсь, что мой братан не обидится за то, что его убивают пугал. Пугалов. Пугала. Пугало. Я убиваю пугало. Блин, как сказать пугало в множественном числе? Чтоб это странно не звучало. Наверное, это никак в множественном числе не говорится. Пугало, оно и есть пугало. Пугалы. Ладно, проехали, короче. Меньше странных мыслей в моей голове надо бы. О, я увернулся. Правда, сейчас жбан... О, если бы сейчас он, конечно, не... Ну, все, сейчас я точно ГГ. Если, правда, конечно, он бы мне внезапно восстал, тогда было бы клево. Но этот, конечно, резурект в последнее время очень меня сильно радует. Прям такой, стою постоянно в нужных моментах. Ну, ладно, ребята, на этом эту серию будем заканчивать. Надеюсь, она вам понравилась. Если понравилось, можете поставить лайк. Чем больше лайков, тем больше роликов по этой игрушке будет выходить дальше. Поэтому... Лойсик, не забудь. 3000 равно новой серии уже завтра. А если больше, чем 3000, может быть, я даже на что-то еще. Что-то еще сделаю с этой игрой. Но это уже от ваших лайков зависит. Как бы, чем больше лайков, тем больше у меня настроения, тем больше всяких интересных штучек могу делать, да. И также, если вы здесь впервые, я вам как-то понравился каким-то образом, или мои ролики вам как-то понравились, то можете подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И также в описании есть ссылка на мой ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, стрим-канал, то тоже можете подписаться. Это как бы не сильно надо, но если вам хочется, вы можете. Там я всякие штуки иногда пишу или картинки выкладываю. В общем, ладно, сами посмотрим.